До стартового свистка остаются считанные минуты, и за игрой сегодня будем следить я, Георгий Черданцев, а также мой коллега Константин Генич. Здравствуйте! Здравствуйте, здравствуйте! Надеемся на увлекательную игру сегодня. Челси и Манчестер Юнайтед не дерби, конечно, но что же тогда? Это что-то за гранью обычного противостояния. Возьми их борьбу в новой истории Челси и получишь самый яркий триллер в истории АПЛ в 2000-х. Возьми приход Жозе Мауриньо в Манчестер Юнайтед, получишь такой сюжет, который нигде больше не придумают. Это Англия и это футбол. Смотрим. Что нового приготовил для нас и, главное, для соперника Челси сегодня? В самом начале сезона перед командой ставилась вполне четкая задача – выход в Лигу чемпионов. Но, видимо, пока эта задача команде не по зубам. В свое время у стадиона Стэмфорд-Бридж возникли большие проблемы. Он достался во время кризиса строительной компании в 70-е годы. И только в 92-м году клуб сумел все-таки у этой компании стадион, что называется, отдать. Ну а сейчас уже давно общеизвестный факт, что Роман Абрамович очень хочет построить новый стадион для Челси, но пока все упирается в бюрократические проблемы и не удается найти место под строительством новой арены. Перед нами состав Челси. Посмотрим, чем сегодня удивит тройка нападений. От их действий, безусловно, будет зависеть очень многое. Состав Манчестер Юнайтед. Игроки на поле выстроились по схеме 4-5-1. На эту игру тренер избрал ярко выраженную атакующую модель. Челси – одна из тех команд, на которые интересно смотреть в любом турнире. Могут они играть, конечно, по-разному. И открыто, и закрыто. Главное, что при любом стиле они умеют добиваться результата. Не зря Челси – единственный британский клуб, который выиграл все три европейских трофея. Лигу чемпионов, Лигу Европы и Кубок обладателей кубков. Смотрим начало этой атаки. Арбитр назначает угловой. Вот так вот хитрят угловой разыгран. Ну и выносить мяч надо. Канте! Ух, какой удар! И каркас ворот играет за вратаря. Классно он поймал мяч на ногу и пробил с лета еще бы несколько сантиметров, и мы бы увидели гол красавец. Хорошая была возможность выйти вперед. Вот и Антонио Конте на бровке тоже так думает. Моран Филини. Матич. Манчестер в атаке. Судья ставит штрафной, но карточку, видимо, где-то выронил. Легко поймал этот мяч голкипер. Н'Голо Канте. Все верно, пора сместить акцент атаки. Вышел мяч в аут стараниями защитника. Решфорд. Генрих Мхитарян. Азарт.
Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Маруан Феллини. Тут может что-то получиться. Решфорд. И ближе к воротам игра переходит. Мхитарян. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Свисток арбитра фиксирует нарушение и пробьют соперники Манчестер Юнайтед. Желтый игроку МЮ. Заслуженный горчичник, довольно грубый фол. Подобный подкат чреват нарушением правил, что и было в данном случае. Ну, здесь у арбитра не было никакого выбора. Никто бы не понял, если бы он сейчас не свистнул. Сесар Аспиликуэта. Н'Голо Канте. Это может быть опасная атака. Прямо над перекладиной мяч проходит. Хороший удар головой, но чуть поточнее бы. Хорошая была возможность выйти вперед. Вот и Антонио Конте на бровке тоже так думает. Решфорд. Педро. Челси идет в атаку. Н'Голо Канте. Герри Кехин. Играют в пас и держат один темп. Не стараются пока обострить игру. Азар! Тут защита справляется с потерей мяча. Есть возможность быстро доставить мяч игрокам атаки. Вратарь теряет мяч. Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Аспиликуэт. Фил Джонс. Генрих Мхитарян. Это может быть опасно. Мата Гарсия. Ромелу Лукаку. Пас на Генриха. Хуан Мата. Невероятное спасение. Шанс отличиться с углового получают футболисты Манчестер Юнайтед. Ромелу Лукаку. Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. Как следует принять мяч игрок не сумел, а соперник тут как тут. Хуан Мат. Что ж, Челси сегодня встречается с соперником своего уровня. Матч обещает быть захватывающим. Оба клуба имеют одинаковые шансы на успех. И в таком противостоянии все могут решить какие-то мелкие детали. Альваро Мората заскучал совсем там впереди и отошел назад, чтобы наконец потрогать мяч. Лукак. Манчестер идет вперед. Бей и выводи команду вперед! Классно сыграл защитник. Мяч в игру введут футболисты Манчестер Юнайтед. Мяч брошен, не хотят терять ни секунды. Генрих Мхитарян. Грамотный пас, все погибло. До нападающих мяч не дошел, выносит его сразу же из штрафной. Н'Голо Канте. Судья решил добавить 3 минуты. Челси начинает атаку.
отнял мяч у нападающего в своей штрафной. Решфорд. Челси перехватил мяч. Конец первого тайма. Счет не открыт. 0-0. Ничья пока в этой встрече. И надо сказать, что от гостей мы ожидали немного другой игры. Да, в защите они играют традиционно надежно. Осталось только впереди действовать чуть агрессивнее. Хитрят. Ну и выносить мяч надо. Канте! Ромелу Лукаку. Пас на Генриха Мхитаря. Хуан Мата! Невероятное спасение! Футбол на Стэмфорд-Бридж продолжается. Едем дальше. Еде назад. Маркос Алонсо. Неплохо задумано, но защита не дремлет и навес не проходит. Эрик Вои. Игрок получил травму. Арбитр останавливает этот матч. Игроку оказывают помощь. Судья ведет мяч в игру. Матич. Неплохо действует игрок. Мяч отобран. И что дальше? Сесар Аспиликуэт. Голо Канте. Аспиликуэт. Ку-ку. Чужие ворота в другой стороне. Голо Канте. Антонио Рюдигер. Челси начинает опасную атаку. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Навязывают борьбу. Внимание Матичу. Моран Филлини. Сесар Аспиликуэт. Тут может что-то получиться. Великолепно сыграл защитник. 30 минут играть осталось. Нарушение со стороны Челси. Уходит игрок с поля, тот, у которого уже был горчишник. Так, наверное, всем спокойно. Substitution for Chelsea coming off the pitch. Number 28 is Kevin Keaton to be replaced by number 22. Ooh. Morata. Смотрим начало этой атаки. Блестяще, как от дерева ушел. Выбивает вратарь мяч после навеса. Футбол быстрая игра. Только что они атаковали, теперь надо бежать в оборону.
Лукаку. Манчестер в атаке. Здесь защита справляется, мяч отобран. Педро. Гарри Кехил. Н'Голо Канте. Челси идет в атаку. Браво, Н'Голо Канте. Великолепный пас. Шанс для Челси. Угловой удар. А у нас сейчас будет замена. Посмотрим, как после этого поменяется. С углового подает Педро. И выносится мяч из штрафной. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Хуан Мат. Отобрали мяч у соперника. Теперь можно начинать свою атаку. Луис. Вильян. В этой атаке оборону пройти не удалось. Блин. Фил Джонс. Моран Филлини. Лукаку. Антони Марсиал. Эрик Баи. Моран Филлини. Может получиться интересная атака. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Мата. Нет, не дошел этот пас до адреса. Мягче. Мягче надо бить по мячу. Почти все его пасы сегодня достигли цели. Азар на фланге. Перед ним никого. А сейчас вперед можно выйти. И совершенно не туда посылает мяч игрок. Да, какой-то странный удар вышел. Обычно этот футболист ведет в таких ситуациях себя гораздо увереннее. Основное время истекает через 6 минут. Эден Азар. Сест Фабрик. Фабригас! Это совсем не опасно. Сильно мимо. Не получился у него удар. Он хотел пробить на технику. И техника его тут явно подвела. Хорошая была возможность выйти вперед. Вот и Антонио Конте на бровке тоже так думает. Андер Эррера. Внимание, Матич. Блин. Плохая передача. Еще бы ее не перехватил. Пока неплохо. Хороший вынос мяча из штрафной. Азар, решай! Штанга, момент не закончен. Эден Азар. Вряд ли в мире кто-то прогрессирует так быстро, как Эден Азар. Уже несколько лет подряд он обязательно получает какой-нибудь личный приз, где бы ни играл. Ничья по итогам 90 минут. Отличный матч. Вот так вот хитрят. Угловой разыгран. Ну и выносить мяч надо. Ромелу Лукаку. Пас на Генриха Мхитаря. Хуан Мата. Невероятное спасение. Блестяще, как от дерева ушел. Выбивает вратарь мяч после навеса.
Хороший вынос мяча из штрафной. Азар решает